22 июня, с вами Джоанна Насо, и я представляю вашему вниманию репортаж Trading Central Web TV. В среду акции биржи США торгуются с повышением, так как инвесторы оставляют страхи относительно торговой войны США и Китая. Показатели форекс-маркета следующие. Курс евро и доллара на 0,29% выше и составляет 1635 пунктов. Пара доллара и иены на 0,04% ниже. Текущее значение 109,94 пункта. В центре внимания пара фунта и доллара, которая уверенно растет и находится выше горизонтальной линии поддержки. Долгосрочные позиции будут ниже 1,3260 пунктов со значениями 1,3300 пунктов и 1,3335 пунктов. Биткоин на 8,43% дешевле. Его цена 6151 доллар. Золото растет в цене. Его стоимость преодолела нисходящие и скользящие средние. Долгосрочные позиции будут выше 1264,5 долларов со значениями 1272,5 доллара и 1276,5 доллара. Серебро на 0,65% дороже. Тройская унция стоит 16 долларов 41 цент. С вами была Джоанна Насо, специально для Trading Central Web TV.